Здравствуйте, товарищи! На марше бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления, которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Вот так вот бывает. Ты приходишь на украинскую землю. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 первого гвардейского чертовского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат. Он не наработался просто. Что ты такие графики? Совсем не серьезно. Ну, надо отлетело. Ha ha ha.
Ну, потом кому-нибудь его Vamos a aprovechar.